На сцене все участники концерта. Все, что мы просим, дайте миру шанс. Совместным исполнением этой песни призыва Пола Маккартни и Джона Леннона, написанной еще 20 лет назад, завершается этот концерт. Так закончился этот первый совместный советско-американский концерт «Во имя мира». Хочется верить, что у него будет продолжение. 7 ноября аналогичный музыкальный форум планируется провести в Вашингтоне. Американские участники похода «За мир» прощаются с нашей страной. Они увозят с собой много раздумий, размышлений, впечатлений обо всем увиденном в нашей стране. А главное, наверное, о людях, с которыми им довелось встретиться, разговаривать. Нынешний поход за мир – это лишь маленький, но очень важный кирпичик доверия. Нужно много таких кирпичиков, чтобы возвести опоры для моста взаимного понимания. Конечно, это нелегкое дело, но другого разумного пути просто нет. Смотрите, на сцене рисунок всем известной игры в крестики-нолики. Все клетки на плакате заполнены крестиками, это ракеты, и символическим изображением земного шара. Все клетки, кроме одной. Последняя клеточка, та, что должна решить, быть миру или нет, пуста. За нами, советскими людьми-американцами, всеми людьми Земли, последний ход, наш ход. И мы выбираем мир.